Лайф разыскал мужчину, у которого 9-летний ребенок обвинил в сексуальных домогательствах. Напомню, девочка назвала педофилом вот этого соседа по креслу. На борту рейса Новосибирск-Москва дело было. От него мы узнали другую сторону этой медали. По словам 71-летнего Владимира, девочка посчитала домогательством элементарную заботу. Она пожаловалась, что замерзла. Пенсионер попросил стюардессу принести плед и укрыл ребенка. Говорили о чем-то. Она попросила укрыть ее пледом. Замерзла. Я ее укрыл. Бегала писать каждые 5 минут. Тем рейсом Владимир летел из санатория, возвращался домой в Тамбов. Сам он полковник, запас. У него тоже есть внучка, а еще внук. Владимир уже пообщался со следователями, все рассказал. Они проверяют, не связывался ли пенсионер раньше с девочкой по телефону или в соцсетях. А у него даже компьютера нет. Соседи говорят, что никогда не замечали за мужчиной влечение к детям. Он интересовался только женщинами.